Ну что, ребята, если такие видосы понравятся, то будем кататься на мотоциклах, на питбайках. Если понравится, обязательно поставь лайкос, ребят. Так, ну что, ребята, привет. Приехал в гараж. Сейчас на улице у нас более-менее тепло. Сейчас заводим наш друндулет. Мопед, так сказать. Сейчас посмотрим уровень масла. Аккумулятор заряжал. Поставим. Оделся тепло. Будем перегонять его на дачу. На нем мы будем ездить на разведку, искать трассы, которые нужно будет покататься. Чем на машине кататься по лесу, лучше будем на мотоцикле ездить. Так, сейчас его завожу, проверяю уровень масла, бензин, и поедем на дачу. После зимы он не заводится у меня. Обычно, как я делаю, продуваю туда, то есть давление создаю в баке. Я так понимаю, что бензин под давлением туда проходит. Вот, и потом он у меня начинает заводиться. Этот мопед можно завести без аккумулятора. Вот техстартер. Сейчас заведется. Аккумулятор потом поставим. Все, схватывает. Сейчас будет. Заведем. Но техника китайская работает. Работает. Все заводится. Ну вот с того лета, как поставил, еще не заводил. В принципе, проверено. Так что на заметку возьмите. Когда зимой мотоцикл не заводится, продуваешь давлением воздух. Так, ладно, сейчас прогреется, приедем, масло заменяем. Вот такой гелевый аккумулятор у меня заряжал. Сейчас поставлю. Ну и поедем. Аккумулятор вот здесь вот ставится, ребят. Ладно, ставлю аккумулятор и поедем. На дачу мимо нашей городской свалки, просто хочу показать, на ходу неудобно снимать. Вот смотрите, это наша городская свалка, сюда свозят все бытовые отходы. Они по периметру взяли, окопали себя полностью, то есть к ним въезд только там центральный въезд есть у них, и они туда все заезжают. В том году окопано не было, сюда привозят мусор. Ну вот, если интересно, посмотрите, как у нас в Оренбурге. В поле, конечно, мусор весь сдувает. Вот такая красота у нас. Мусора, конечно, тьма. Нам нужно проехать вон на те дачи. То есть мы через посадочку и туда проедем. Вот. Ладно, поехали. Пока едет вроде нормально. Сейчас приеду, масло заменю. И все будет у нас по кайфу. Сейчас, ребята, еду мимо дач. Вот за правой стороной посадка. Уже дачи начинаются. Ну, на мотоцикле, конечно, проехать можно где угодно. Ну и прикольно, конечно, едешь. Расход бензина маленький. Бак где-то 4 литра. 4 литра мне хватало, я не знаю, километров на 100, наверное, 150. Это точно. Что про мопед сказать? Индиго Шторм называется. Механическая коробка передач четырехступенчатая. По кругу идут скоростя. Вот передние тормозные диски дисковые. Задние барабанные идут тормозные диски.
Очень удобно кататься на нем. Вот, смотри, здесь еще и грязь есть. Давайте сейчас доедем. У меня есть видео, где мы с сыном в поле поехали, когда снег лежал. Ну и на мосты сели. Сейчас на мотоцикле до туда доедем. Конечно, на мотоцикле, но это мопед, не мотоцикл. Ехать классно. Можно меньше бензина потратить, получить 1000 удовольствия или 1000000 удовольствия. Смотрите, какая красота по полю, если. Зеленая. И вот вон горка, которая за ней, там, где я как раз на машине и провалился. А так, конечно, красиво. Ну, как обычно, русский народ мусор выбрасывает. Где хочу, там и еду. Как говорится, царь горы, царь дороги. Ну, кайфово, ребята, кайфово. Если есть возможность, конечно, покупайте такую технику. Сейчас заедем, посмотрим, то ли места нет. Мочи мотоциклу хватает. Он, конечно, не трассовый. А так вот покататься, блядь. О! На нем нормально. Я не помню, здесь или вон там выше. Кое-как это место нашел. Чего думал, намного проще будет найти. Все горки почти прокатнулся, но нашел. Вот, смотрите, здесь мы с сыном приехали. Здесь лежал снег. Изначально мы заехали вот сюда. Ну и с трудом выехали. И решили поехать домой. Сюда, короче говоря, заехали. Вроде снег немножко лежал, но настолько она такая, как трясина. И мы просто провалились. Если вам интересно, вот здесь вот по ссылочке перейдите, посмотрите. А так, конечно, ну, смотрите сами, вот, приехал. Ну, ветер сильный, конечно, ветер сильный. Давайте немножко расскажу еще. Итак, я вам сказал же, что передние дисковые тормоза, задние барабанные тормоза. Один поршень, два клапана стоит. Так, ну что тут? Один вот глушитель идет, аккумулятор, техстартер у него стоит. Вот. В основном он весь пластиковый, разобрать, конечно, будет полный скелет. Тормоза передние классные, задние, задних нет, как колес. Резина вот такая стоит, как раз кататься. Свет, в принципе, более-менее нормальный. Но сюда лампочку поставлю от Нивы, светодиодную, H4. Потому что моя лампочка на правой фаре почему-то перегорела. Год всего лишь прослужил у меня и перегорела. Здесь можно запускать с электростартера. Вот, сигнал дальний свет, ближний свет. Зеркала, как говорится. Ну и все. В принципе, катается. Ладно, ребята, поеду я в сторону дома. Сейчас где-то плюс 15, ну прохладно. Вон и куртку, и фаечку одел перегнать. Сейчас поедем на даче. Масло поменяем. Ну и время будет, скатнемся. Если видос понравился, поставь обязательно лайкос. Переходите ко мне на страничку ВКонтакте, там мы будем проводить различные розыгрыши. Да, ребята, тут раз мы когда поехали, вон там у нас есть озера, вот, верблюды, там корову, по-моему, у него, потом как-нибудь съезжу, вам покажу, они все лето у него пасутся. Ну что,
добрался. Сейчас пробочку откручу. На базе классно, я имею в виду дачу. То, что одел грязное, вышел на улицу. Все хочешь, то и делаешь. Тут примерно около 600 грамм масла. Купил Манолу, сказал, масло специальное. Сейчас сольем. Ветрище, блин, вообще жесть, конечно, в последнее время. Вот, смотрите, что творит. Давайте вот так. Сольем. И вторая вот гайка есть на 14. Она идет уже для, как бы, коробка. Для переключения. Там обычно давление у ней. Масло давление. Сольем, поменяем. И будет у нас огонь, ребята. Огонь, огонь. Масло применять будем. Маноловское. Моторное масло предназначено для смазки четырехтактных двигателей с интегрированным моторным сцеплением или без, с воздушным или водяным охлаждением. Ну все, ребята, залили, можно давить на газ. Масло техстартера заливается вот сюда, воронки нету, так что мы сейчас зальем и поедем дальше. Так, масло, ребят, поменяли, сын попробует, забыл, говорит, не забыл. Все, садись. Смотри, Артем, вот убирай техстартер, вот так вот не мешал. Так, смотри, сцепление выжимаешь, вниз, первая, вторая, третья, четвертая. Давай. Газуй. Вот, отлично, отлично, отлично. Вот, ребята, дачный массив, катаемся. Таким образом, дровишки себе привез, баню топить. Короче, живем на даче, как говорится, самоизоляция и прочие дела. Все, на этот раз точно. Всем пока. С вас лайкосы, подписку. Не забывайте нажимать колокольчик, чтобы вам приходило уведомление о новых моих видео. Так что всем пока, до встречи.